Креативный кластер «Домна» уже завоевал достаточно серьезную популярность. Здесь постоянная активность. И вот сегодня такой пилотный проект уже с нашими общеобразовательными учебными заведениями, когда дети, а это подростки, это 7 класс нашей 13-й гимназии, в рамках такой уже внеучебной деятельности вышли за пределы школы. И сегодня здесь проходит урок технологий. И когда дети себя пробуют уже в создании неких таких дизайнерских продуктов, посвященных 300-летию Екатеринбурга. И их вот этот продукт уже можно воплотить в качестве мерча на футболке. Это, ну, наверное, вот уже результаты своего труда. Я сегодня с ребятами, когда общался, сказал им о том, что я вот сразу вспомнил свои уроки труда, когда сам учился в школе, когда было единое задание, и, скажем так, качество каждого школьника оценивалось по тому, как ты это задание выполнил. Здесь сегодня, вот, в сегодняшнем уроке совершенно другие критерии оценки, именно подходы, вот как школьник видит вообще, и как он понимает слово «счастье», ассоциируя его с городом Екатеринбургом, предстоящим юбилеем. Вот, поэтому я считаю, что площадка, она уже прочно вписалась в систему поддержки малого и среднего предпринимательства. Областной фонд сегодня предлагает такое достаточно широкое инфраструктурное меню для поддержки и начинающих предпринимателей, и действующих. И здесь очень удобное место, чтобы и обменяться идеями, получить какие-то новые впечатления, заразиться ими, особенно вот в таком пространстве. Здесь, видите, кирпич, перекрытие, балки, это все сохранилось так, как оно и было там 150 лет назад. И в то же время современная система вентиляции, очень современное оборудование. Поэтому это реализованный проект креативного кластера «Домна», который еще и будет продолжаться. Я думаю, что он сегодня уже завоевал очень серьезную популярность у нашей молодежи. Ну что, любой может поучаствовать в работе этого кластера. И да, действительно, то есть мы работаем для предпринимателей города и области. И любой предприниматель, креативщик, ну и даже тот, который думает, что он креативщик, он может, несомненно, с нами связаться, прийти здесь, на этой площадке, поработать. То есть креатив ведь он не только, скажем так, создание мерча, это и фото, и IT, и много-много всего. У нас очень востребован лекторий, здесь проходят различные мастер-классы. Поэтому, конечно, это общественное пространство для жителей города и области. Если говорить про техническую составляющую работы, то мы уже приступили к работе в левой части. Я напомню, что правая часть, в которой мы сейчас находимся, это 1050 квадратных метров. У нас еще левая часть большая, 1500 квадратных метров. То есть мы сейчас ее как раз начали приводить, скажем так, в порядок. И к весне мы это все сделаем. То есть воронка возможностей, количество форматов мероприятий здесь значительно увеличится, потому что пропускная способность площадки увеличится. Thank you.